Представьтесь, как вас зовут и должность. А меня зовут Тумурбатр Моктонова. Вы должность у вас? Да, я родился в Улан-Баторе. А должность это директор музыкального училища при обороне, университете обороны. Хорошо. Вы уже второй раз у нас в Хабаровске. Расскажите про амурские волны. Помните, вы в прошлом году играли наш вальс? Да. Что с этим связано у вас? И какие впечатления? И что после прошлого приезда у вас там сложилось на родине? Да, это произведение, как я выбрал. Потому что я получил образование в Москве. И я иногда это душит сердце по-русски, русский, да? Так можно сказать. А поэтому я вот детским ребенком кружок духового оркестра там был. Я там был русский, мелодия русский, это вальс, в том числе это амурская волна. Я вот в прошлый раз я тоже говорил, это 10 лет я, когда маленький, амурская волна, вальс играет, очень мне понравилось, очень великолепный. Это вальсы Монголии все знают, ну, кроме Монголии, все мир, который это сыграет, это духовный инструмент, я так думаю. Это замечательный вальс. И у меня оказалось, это фестивали, которые Россия, в том числе, это город Хабаровск. Вот у нас такое слово есть, ну, 100 раз слышит, один раз увидит. Правда? Вот это мне вот в жизни тоже это хороший момент, что смотрит, своим глазом увидит, это амурский волн. Вы приехали в прошлый раз домой. Что вы сказали у себя в училище студентам? Я вот студентам сказал, вот самое главное, это любой профессии музыкант. Надо объяснить, как люди работают, живут, как это себе прекрасно это ведет, да, по-русски. Надо смотреть. Русский народ, они замечательные, так, в мире один такие, такое вдохновение, у них душа огромная. Если вы там туда езжаете, потом вас другом мир чувствует. Так сказать. Вы по-другому стали играть амурские волны после того, как увидели нашу реку? По-другому стали играть? Как стали играть этот вальс после того, как увидели Амур? Да, но я дирижирование, вот я так, я хочу стараться по душе. Но я вот посмотрел такое, и, ну, как сказать, это выражение, не знаю, немножко изменилось. Я посмотрел, увидел своими глазами, и я так думаю, может быть. Да. Вы вчера путешествовали по Амуру. Расскажите о своих впечатлениях. Ребят, это впечатление очень хорошее. Вот это, когда мне приехал в город Хабаровск, и с этого времени до конца все мне замечательно, без слов. Что вы видели в нашем городе, помимо Амура? Да. Ну, еще. Там это тихая такая. Океан, как океан, да? Это река. Река, да? Ну, я себе думаю, океан. Это океан бывает, да? Но река, да, это Амурская даже тихий океан. Он течет, да? Оно, да? Да. Угу. Какую вы программу в этот раз подготовили? Она же изменилась. Да. Специально же готовили для амурских волн. Это приглашение где-то в феврале у нас не получил. И с этого времени я думал. А в прошлый раз мы как играли, записки смотрели. И это номер в следующий раз не повторяется. Так думал. И какие номера? Да, номер это я это, как выбрать. Но уже Монголия, это культура уже очень хорошо развивается. У нас это как
бронзские, там европейские, это американские, мировые такие, такие песни, произведения мир, хотят выбрать. Потому что Монголия, это мировые, говорю я, потому, ну, в том числе, это как выбрать это произведение, это вот, у вас два песни было, да, которые это помогают нас, такую песню, да, и второй, Москва, как это, песни, вот два песни было, а эта песня, это, я когда был это, в Москве, учился там, знают, и монгольский народ тоже эту песню хорошо знает. Я думаю, что монгольский народ хорошо знает, и знает, да, это все такое, вот русские, уже лучшие они любят, так думаю, и выбрал, а потом такой, Кюн, это английский такой коллектив, но где-то 70-е годы, 1700-е годы они, мир знаменитый был такой, Гвен, такой кусочек мелодии есть. А там это, ну я вот ребята, с ребятами спрашивают, сам, это сейчас это в мире какую песни сейчас знаменитый давай? Говори, они говорят, такой это Браун Марс. Но это наши с 5-летнего до это как старшего возраста они знают. Я думал, монголы же, ну, нет большой это, но русский народ точно, что выше они знают. Так думал и выбрал. Понятно. А ваш артист, который циркач, да. Расскажите о нем, пожалуйста, как его зовут? У него зовут это Хаук Очер. Хаук Очер. Хаук Очер. Ну, расскажите о нем. Ну, это Очер. Хауга Очер. Понятно. Да. Есть, да? Да, это есть. Да. Кто он такой? Расскажите о нем, пожалуйста. Почему вы его решили ну, привести? Это, когда это у нас в последнее время, у нас талантливые артисты, они сам организуют коллектив и гастролируют. Гастролируют, правильно я говорю? Ну, посещает это разных стран мира. Вот тот артист, который цирк, по цирку поступал, да, он такой же. Да. Но он как где-то мне сказал, это 40 стран мира он защищал и поступал в свою номер. Но я у него когда приедете в Хабаровск, у него работа была, я спросил. Это Хабарчан, я очень русский, но очень люблю. Я спросил, давай, вот что вы, Хабарчане, такой замечательный. Это номер посмотрю, я очень тебе рад. Он спросит, но где-то он 3 июля, он в командировке в Франции был, спросит, он не согласит, и я допрыгнул и с ним приехал. Да. А в вашем оркестре не все же военные? Расскажите поподробнее, кто сюда приехал с вами? Ну, это наше училище, когда 25, когда создан, это 25, мы учитываете, это военные это округи готовят музыканты. Вот это прошлый раз было, это курсанты уже они закончили. А сейчас эта группа, это коллектив, 3-4 курсы. Но некоторые 2-3 это музыканты, это когда они в другом месте работают. Ну как? Это наград. А остальные наши курсанты. 3-4 курсы они. Понятно. Да. Долго учили маршировать. Они же не умеют маршировать, как военные. Вы специально учите их? Не-не-не. У нас такая военная это учеба. У нас музыка играет и марширует как на строевые приготовления. Каждый день мы делаем. И напоследок, ну, последний вопрос, что, так сказать, ну, так,
Ну, о впечатлениях вы уже рассказали, да, о народе рассказали, о том, что вы увидели. Но будете ли еще приезжать сюда, в Хабаровск? Хотите? Да, может, меня не может, не надо уже мне, это, я, может, не будет, а если я хочу, ну как, но это останется, приезжать это, как называется, мой это, ученик, мой это коллектив тоже. Я два раза все, это счастлив. У каждого это не получается, да, два-три, один раз. А мне так, потому что сердце, это, как от уши мечта, это выполнено. Это мои останники, остальные это ребята должен, я вот... Передаете эстафету, и другие приедут. Ну, я это им говорю. Я это фундамент, это, когда здание строят, да, я хорошо поставлю. А вы, когда это сюда приезжаете, и уже нельзя. Я, когда вы уезжаете, это как Хабаровск город уезжает, я обязательно посмотрю. Потому что первый тур я сделал, да, а третий я посмотрю. Если плохо, я разрешаю, так говорю, строгий. Выше, хорошо, да. Нельзя это хуже, чем раньше было. Так. Такое задание я им поставлю. И они привезут еще лучше. Программу. Лучше будет, да. Хорошо. Ну да, это зависит от как произведение самое главное. Вот это следующий год, это, ну знаю, следующий год это мировой, какой музык, это знаменитее, это надо думать надо, хорошо думать надо. А тогда и хорошо получается. Вот вашим народом какую песню, вот русским народом, да, и хабаровчан, люди, какие песни они любите, таких надо выбрать надо, миры, какой песни. Это звучит, как они, да, интересуют, так надо выбрать и играет, весь народ это понимает. Я так, ну, как, делаю свои программы. Я поняла, хорошо, да. Спасибо. Ну, последние слова я желаю российский народ, в том числе хабаровчан, сил, вдохновения, всегда счастливее, но самое главное – здоровее. Россия скоро будет мире, это первые, это как вы, ну, замечательно, она первые, ну, на первые в мире. Они это как экономические, политические, это как жить, это как, да, это нравственнее. Я так думаю, я мечтаю. Так, да, я желаю. Будет, все обалденно будет.